оказались на необитаемом острове три мужика, русский, англичанин, француз. И тут хуяк Змей Горыныч подлетает. Вот. Ну и базарит. Так, вот, а там охуенная пропасть, блядь. Вот. Кидайте в пропасть, блядь, свою любую вещь. Вот. Если найду, сожру. Не найду, в живых оставлю. Ну, англичанин снимает обручальное кольцо. Хуяк туда в пропасть. Дзынь-дзынь-дзынь, зазвенело, полетело, блядь. Змей Горыныч, хуяк туда, блядь, в пропасть. Вот. Летал-летал, вылетает, блядь, с кольцом. Сожрал это. Француз кидает свой башмак, блядь. Хуяк туда, блядь. Полетел, блядь. Тот змей за ним, блядь. Летал-летал, хуяк с башмаком вылетает. И француза сожрал. А русак говорит, ну хуя, что с него взять, блядь, кроме анализа. Он подошел к пропасти, штаны снял, как пернул, блядь. И змей туда, блядь. Летал, 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 часа два летал, блядь. Вылетает весь в поту, блядь, заебался. И говорит, слышь, Иван, ты что туда бросил, блядь? Везде воняет, а найти не могу, блядь.